Готовим дрожжевое тесто. Для этого нам нужно мука, дрожжи, соль, сливочное масло, яйца и молоко. В муку добавляем дрожжи и соль. Перемешиваем. Добавляем яйца, масло и молоко. Вымешиваем тесто. Вот такое тесто у нас получилось. Кладем в миску. Убираем в теплое место на 1 час. Наше тесто подошло. Из него можно приготовить пирожки, булочки, хачапури, что угодно.